Неонатологи для малышей, едва появившихся на свет, все равно, что земные ангелы. Именно они первыми приходят на помощь и буквально каждый день совершают чудо, выхаживая самых крохотных. От того, насколько профессиональными окажутся действия этих профи в первые минуты жизни ребенка, зависит его дальнейшее развитие. Сейчас уже многие знают, что такое неонатология. Это отдельная медицинская наука о новой жизни, о новорожденных. Но она достаточно молодая наука, такая же молодая, как наши новорожденные дети. Нам в отделение поступают дети первого месяца жизни из родильных домов, города, области, из других областей иногда получается так. Поступают детки из дома, которые выписаны благополучно были домой, дома заболели, ну, всякие бывают причины, да, по которым они сюда попадают. Главное качество тех, в чьих руках жизнь и здоровье самых маленьких пациентов, как говорят сами врачи, это доброта. Еще в начале века 80% новорожденных с весом тела менее килограмма спасти либо не удавалось, либо они становились инвалидами. Сейчас эта цифра снижена практически 8 раз. Помогает уникальная техника, жизненно важная для вот этих малышей. У того, кто появился раньше срока, своя история чуда и благодарности врачам. Никто не ожидал то, что так получится. Мы лежим уже почти месяц. То есть почти месяц прошли этап реанимации, прошли этап ПИТ. И вот сейчас, конечно, прям воссоединили нас, то есть мы с ней находимся вместе. Только вот, наверное, ближайшие дни мы начали набирать. Наш вес на данный момент составляет 1,90 кг. Доченька молодец, доченька справляется. Врачи у нас золотые. Большое спасибо им, потому что без их помощи мы бы, наверное, не справились. Главная награда за их труд, говорят неонатологи, это лепет новорожденных и улыбка счастливых родителей. По словам врачей, они не спасатели, а те, кто дает малышам полноценную путевку в жизнь. Мы всегда чувствуем тревогу, всегда за этих детей, потому что понимаем, что жизнь длинная, и на протяжении этой жизни очень много может встретиться болячек, и очень надеемся, когда выписываем здорового, да, уже выздоровевшего ребенка, что он к нам больше никогда не вернется, а если вернется, то радостный и счастливый. У нас отделение рассчитано на 70 коек. Вот, врачи, соответственно, тоже нужно много, чтобы уделить внимание всем нашим деткам. Врачей у нас 10, все наши доктора изначально получили специальность педиатры, затем, так скажем, повысили свою квалификацию, стали неонатологами. Работа у них сложная, но благодарная. Ведь в большинстве случаев ее итог – счастливые глаза мам и окрепшие малыши. Говорят, больше и не надо. В областной детской клинической больнице врачи-неонатологи свой профессиональный праздник встречают на боевом посту. Ведь битва за жизнь у них идет в круглосуточном режиме. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».